Привет, я Андрей Стабровский, игрок команды Smoky Minsk. Сегодня поговорим о дриблинге и обыгрыше. С детства мне нравилось красивое владение мячом профессиональных игроков, и это толкало меня всегда на дополнительную работу над своими движениями и дриблингом. В дальнейшем красиво становится недостаточно, и всегда приходится работать на своей эффективности. Сейчас я покажу несколько упражнений, начиная от простого к сложному. Две мои руки должны работать одинаково хорошо, потому что я должен быть опасен как вправо, так и влево. Для того, чтобы обыграть своего оппонента, я должен воспользоваться дриблингом, работой своего тела, чтобы вывести его из равновесия и воспользоваться полученным преимуществом. Ставьте высокие цели, тренируйтесь, болейте за Smoky Minsk.